Дальше у нас идут материалы. Материалы есть преднастроенные материалы с определенными параметрами, да, то есть. Так, давайте, наверное, создадим fill layer, чтобы видеть свойства материала. То есть алюминий, там, не знаю, другое какая-то хрень. То есть все, что в этих материалах есть, это какие-то определенные нойзы кинуты, определенные параметры на них кинуты. Да, то есть разработчиками уже предустановлено. То есть все эти материалы сделать можно самим. То есть абсолютно все. Например, тот же дерево, да, то есть что из себя представляет дерево. Это так, а вот здесь вот интересно. То есть не все материалы стандартные. То есть, видимо, то есть, например, у дерева там совершенно свои настройки, которые можно регулировать. Ну, это прикольно. Вот. Мы, наверное, соответственно, если вам как бы быстро надо что-то где-то затекстурить, что-то сделать, то есть выбираете любой материал. То есть абсолютно любой. Посмотрели, как он работает. Понравилось, допустим, да, там. Сталь какая-нибудь там. Вот, тряпочка какая-то прикольная. То есть вам понравилось, ну, используйте готовое. Материал также создается, если вкратце, то вот сейчас мы удалим эту штуку. Fill layer. И накручиваем здесь свойства материала. То есть металличность ему даем. Шероховатость, high, emissive и так далее. То есть все это дело настроили, запиндорили какие-нибудь свои альфа-карты процедурные там, или свои нарисованные, сгенеренные где-нибудь и так далее. То есть получаем материал, красим объекты, счастливые, здоровые, классные. Так, дальше. Более интересная штука — это смарт-материалы. Что из себя представляют смарт-материалы? То есть это группа, да, то есть давайте посмотрим, например, вот, на любой там, вот такой вот, друга такого. То есть это так называемая папочка, в которой в которой также настроены отдельные, да, слои по определенным маскам. То есть в маске кинут, допустим, тот же блюр, генератор кинут, да, то есть там дир, тоже грязь. Также здесь, например, филы с всякими нойзами сделаны. То есть это, так скажем, материалы, которые, опираясь на additional мапы, с какими-то генераторами, да, своими, с какими-то определенными параметрами, сохраненные там, допустим, в библиотеку, если мы накинем на другой объект этот материал, он будет также работать. То есть также, например, красный вот такой вот с такими фактурами основной цвет с битыми краями. То есть на все абсолютные элементы он будет генериться по вот этим additional мапам. Смарт-материалов много, они абсолютно разные. Там интересно, вот, например, там где-то там вот военный, да, например, смарт-материал, надо вам красить какой-нибудь там элемент камуфляжа, да, там элемент одежды, то, пожалуйста, вот, накинули любой из смарт-материалов и используете его. Все, с этим, я думаю, понятно. С этим даже разбираться особо не стоит. То есть это предустановленные элементы. Гораздо интереснее всякие штуки самим делать. Смарт-маски. То есть раньше были генераторы, куча генераторов. Сейчас количество генераторов сократили до буквально тут вот сколько их тут? 9 штук.
А, кстати, вот эти генераторы, это позволяет вам самим, да, свой создавать любого из генератора. То есть вы берете какой-нибудь там MaskBuilder, да, и, соответственно, в нем очень много настроек, сами колдуете, там ширину там зазоров, ширину грязи и так далее. Смарт-маски это немножко другое. То есть, опять же, опираясь на additional мапы, используя вот эти генераторы, разработчики создали нам большое количество вспомогательных масок. То есть работают они точно так же, как работали генераторы. Генератор нам самим надо было настраивать. Маски они более сложные. То есть в масках содержится несколько элементов. То есть всякие нойзы там могут быть, как бы тут-то в масках могут быть. Плюсово например, используется генератор, сверху должен быть какой-нибудь фил, там, допустим, с нойзом, плюс все это дело разблюренное, и создали вот такой вот сет, например, маску вот какой-нибудь там эджев, да? То есть посмотрим, что тут в маске. То есть у нас получается генератор, маск-эдитор, да? То есть вот он где-то расположен, вот, маск-эдитор. То есть с определенными параметрами. Дальше у нас есть Sharpen. То есть если мы Sharpen отключим, то есть возможно на этом объекте не сильно видно, да, будет. Но я думаю, все равно видно. То есть который шарпит наш полученный результат генератором. Все, в принципе, больше ничего эта смарт-маска не делает. То есть она нам создает масочку, которую можем и руками сделать. Но они очень помогают, когда надо быстро что-то сделать. Так, с этим тоже все понятно.